Кто твой друг, Сараби? Молодец. Друг Анастасии – питбуль Сараби. Собака воспитана и полностью подчиняется хозяину. Например, Сараби знает – дома лаять нельзя. Но об этом в курсе далеко не все питомцы. Ну, раз собаки, они могут целый день лаять, без дела лаять. А человек, если в годах, ему надоедает это все. Да, ну, штрафовать не знаю, но как-то поговорить с хозяйкой или как. Люди мешают, люди, а собаки, кошки и прочие нет. Сегодня в крае действует закон об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Алтайского края. Только за первые месяцы этого года на жителей региона было составлено почти 1500 протоколов. Однако этот закон не содержит нормы о шуме четвероногих и крылатых. Депутат Андрей Осипов говорит, что проблема назрела давно, но в ОКЗС не торопились с новой поправкой. Тема непростая, прежде всего в частном секторе. Сегодня, когда соседи делают замечания своему соседу, у которого собака лает всю ночь, он говорит: а у нас нет никакого запрета. Вы можете вызвать полицию, они приедут, они меня даже штрафовать не будут, потому что нет такого закона. В случае, если этот закон будет, это уже будет не аргумент. Это не значит, что кошкам и собакам навсегда придется закрыть рот. Лаять и мяукать можно в определенное время. Например, в будни с 8 утра до 10 вечера. В остальное время за питомцем придется следить, а главное – понять причину шума. К слову, собаки лают от скуки, агрессии, проблем с психикой. Ну, конечно, да, мы не можем сказать «собака не лай», потому что приняли закон. Но в любом случае отучить от этого можно. В большинстве случаев все-таки помогает либо дрессировка, да, либо какие-то там занятия, это чтобы собака, ну, активная физически, чтобы собака просто энергию свою выплескивала. Вот. Ну, в особо крайних случаях, конечно, кто-то применяет, допустим, там электрические ошейники, ну, тоже можно, в принципе, рассматривать как метод воспитания, если там ничего не помогает больше. И как совсем крайний способ есть хирургические операции, которые там... Ну, подрезание связок – это, на самом деле, нормальная практика мировая. У нас просто к этому относятся так, ну, скептически. Естественно, что нарушителей закона ждет административное наказание. И если человек не сможет договориться со своим питомцем, ему придется оплатить штраф. У нас административные комиссии в муниципальных районах и городах не окупают себя, составляя протоколы по нашему закону. Причем это мягко сказано. У нас нет цели наполнить бюджет и ограбить кого-то, забрать у кого-то деньги. Закон носит в первую очередь именно профилактическое направление. Новую инициативу депутаты вынесли на общественное обсуждение. Примут ли поправку о шуме животных, и если да, то в каком виде, теперь это зависит от жителей края. До 4 сентября в ОКЗС принимают замечания и предложения на электронную почту. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.